Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы остановились вот тут, и, в принципе, мы прокачали нашу Гротла, Тортерра, вот этого. И нашли еще одного покемона-босса, это у нас был зеленый Милтанг. Еле я его убил, так как у него вот этот скилл с восстановлением ее жизни, сдуреть с ним можно. О, дождь пошел, офигеть. Сейчас я, наверное, дождь выключу, а то будет глючить. Или фиг его знает. Ночь, дождь, да. А, кстати, вот на этих горах, кого можно найти? Забдос или Молтрес? Или кого еще можно найти? И что-то я всегда забываю. Мьюту, я не знаю, Мьюту вообще есть ли, исполнится ли он на горах. Так. О, не-не-не, это дождь. Я уберу, наверное, дождь. Так, как? Так, все, мы убрали дождь, сейчас он пропадет. Ночью, сколько там еще ночь? Уже сейчас день, наверное, будет. Да, дождь пропал. В смысле, остановился. О! Так, как бы нам сейчас тут более-менее аккуратно спуститься. Вот так. Так. Сколько у нас уже вот этих камней есть? Четыре штуки вроде, да? Вроде да. Так. Так. Куда нам сейчас вообще сюда идти? Ну да, в принципе, давайте в том направлении пойдем. Кстати, можно потом будет еще пойти немножко поискать фоссил. У нас вроде только два доисторических покемона. В смысле, два закаменелых покемона, которых мы нашли в шахтах. Это у нас получается Кабутопс. И кто там у нас еще есть? А вот того второго покемона я забыл, какое у него вообще имя. Я знаю, что Кабутопс еще какой-то один покемон. Я действительно забыл, как он вообще называется. Эрон. Сколько вас тут? А, вот что я хотел. Я сейчас домой сгоняю, поставлю вот этих всех прокачанных покемонов в компьютер, так как, ну, в принципе, я не вижу смысла их дальше качать. Так, на горе никого нету, никаких легендарных. Да. Так. И вообще покемонов-боссов нету? О, это что такое? Это что такое? Белдум. Это что за... Это случайно не первая эволюция Метанга? Что-то он очень смахует, как бы, его на его цвет и вот эти шипы на его руках. Как бы так, у него тоже вроде какие-то там шипы есть. Вот, сейчас, кстати, тут Метанг есть. Да, у него тоже шипы на руках есть. Вот эти. А то его просто, наверное, одна рука. Как бы первая эволюция, его рука летает. Что-то такое. Ну, он действительно даже цветом смахивает. И просто... Как бы похож на него. И как бы те же шипы, что и у него есть. Кстати, мы Чармандера видим. Так, куда нам бы пойти? Куда нам бы пойти? О, там еще Чармандер. Види, там далеко-далеко Чармандер или Черезар. Только что огонек там был. Так, ладно. Это кто? Это Аарон, да? О, вот этого покемона у нас нет. Что-то я его как-то не хочу даже ловить пока что. Какой-то это не покемон, а... Оникс. Здорово, дружище. Это что за хрень? Я так понимаю, это хилки. Они у меня... 61 хилка? Я не в курсе.
Я не в курсе, что это. Как они вообще тут оказались? Во-первых, у меня есть только один вариант. Это может быть, что из какого-то покемона выпали, когда он умер. Но я не знаю таких покемонов, с которых могут выпадать хилки. И даже если могут, но такого покемона нету, то в таком количестве 61 хилка, это откуда вообще они появились? Чтобы вы не подумали, что я читер, я не знаю, честное слово, я не знаю, откуда они появились, я их даже не буду выкидывать, я их просто удалю. Выкину как бы в креативный режим обратно. Ну, в смысле, покладу их туда, где я их не смогу как бы достать. Не покладу их в рюкзак или еще куда-то. Просто засуну их обратно в креативный режим. Я честно говорю, я не знаю, откуда они взялись, и просто их поклал в креативный режим, не выкинул. Может, я не знаю. Я вроде никогда не вы... Хотя, я помню, я играл как бы с хилками в конце первого сезона, когда мы уже половили покемонов, я просто взял хилки себе в инвентарь и просто-напросто ложил их рядом с собой, когда мне нужно было лечить покемонов. И потом я помню, когда что я их выкинул, как бы я их выкинул, не знаю где, но я не думаю, что столько времени они пролежали вот тут. Ты выкидываешь итем, и он как бы может пролежать вроде только пару минут, а потом он удаляется. Как он пролежал столько времени? Я не знаю, честно, я не знаю, откуда они взялись. Ну, факт в том, что я их не брал. Я их положил в креативный режим, не положил их в бэкпак, чтобы потом можно было себе вернуть, а просто их положил обратно. Я честно, я не знаю, откуда они появились. Фиг, чё это вообще было? Я не в курсе. Как они вообще выпали? Во, наконец-то. Так. Кем бы тебя ударить? Хотя мы тебя убьем, наверное, с одного удара. Проверим. Нет. И у нас только один ультрабол. Может, тебя словим, может, нет. Хотя я вроде знаю, что у Оникса вообще эволюции нету. Не, ну, в смысле есть, но вроде есть. Но как бы в этом моде у него еще нет эволюции, как я знаю. Хотя, не знаю. Так, вот что я хотел. Я сейчас поставлю тут. О, как я это сделал? А, ну в принципе пофиг, можно и так. Поставлю waypoint, сразу телепортнусь. Нет, вот сюда телепортнусь. Так, наш дом. Сейчас мы сюда пойдем, положим. А, нет. Этот заберем. Положим вот этих покемонов нам в компьютер, который уже прокачан. Кстати, действительно, вот у нас Клафери есть. А я что-то словил еще одну. Вот у нас же одна была, я что-то забыл и словил еще одну. Ладно, тогда мы эту удалим. Не вижу смысла. Берем Аруна, да. Вот этого тоже, кстати, покладем вот сюда. Вот так. Это кто у нас? А. Кого бы нам прокачать? Магмар. Вот этого мы еще прокачаем. И кого бы еще можно прокачать? И вот этого мы прокачаем. Пуливак. Да. Кстати, он потом будет поливиртлом вроде. О, кстати, сейчас соберем и тут априконы. У меня уже вообще как бы нету покеболов, так что надо начинать делать покеболы, не покупать в магазине. Ну, в принципе, можно и пару штучек купить, но я говорил, что я магазин не буду очень часто использовать, а буду как бы сам делать покеболы, но если мне очень срочно нужно будет там пару покеболов, то я как бы их куплю. Я, если не ошибаюсь, я где-то слышал только что Иви. А, ну, в принципе, да, логично. Идите нафиг, Иви. Вы меня уже заколебали. О, кого я нашел? Еще один Тортвик. Да, я тебя тогда словил, конечно. С мастерболом.
Я на Иви даже уже не буду идти нападать, так как его и то очень сложно словить, и плюс к тому у нас уже даже покеболов нету, так что... Что-то я... А. Я там что-то поднял. Так. Ну, я, в принципе, всегда так иду, когда прихожу в наш первый дом, выхожу на улицу, смотрю, есть ли тут какие-то покемоны, так как видите, тут небольшое, вот, на карте такое поле у нас, это я все вырубал, вот этот весь лес, чтобы более так было видно, где кто заспавнился. Так. Тут у нас вроде никого. В воде у нас вроде тоже никого. Да, действительно. Покемонов тут пока что нету. Ну, в смысле, не заспавнились какие-то покемоны. Ладно, тогда мы... Куда мы... Да чё я нажал? А, вот, всё. Так. Да, действительно, мы сейчас пойдем вот сюда. О-о-о, я еще одну Иви вижу. Вот там. Она была, я через непрогруженные текстурки ее увидел. Иви, Иви. Как ты меня достала, Иви. Фиг тебя словишь. Вот, я видел... А, вот она, или, вот она или нет. Так, вот такие листья везде. Хрен пройдешь. Так, куда бы нам сейчас пойти? Вот, Иви. Я ее голос даже слышу. Иди ты нафиг, Иви. Чё, лес может подожечь... Хотя, какой нафиг смысл? Тот покемон и так хрен появится. Молтрес. Я не знаю, правда это и неправда, хрен его знает. Я уже лес даже просто-напросто вот так сам шел без съемки, поджигал раз не знаю сколько, и хрен вообще кто-то появился. Вот тот легендарный покемон, как он там называется, не знаю, Молтрес или Завдос. Я думаю, что Молтрес. Хрен он вообще появился, я уже лес только... Еще одна Иви, да? А, Пиджи. Ну, как-то так показалось. И говорю, я уже столько раз этот леса поджигал, что если посчитать все деревья, что я поджег, то не знаю, сколько там получилось. И фиг кто-то вообще появился, никаких молтресов, никаких легендарных покемонов. Фиг его знает вообще. Правда это вообще или нет? Может кто-то просто-напросто придумал, что вот так. Можно подожечь лес, и появится там легендарный покемон Чикорита. Да. Так что я не знаю, правда это, неправда ли это. Ну, я говорю, я столько раз поджигал лес, и никаких легендарных покемонов не появлялось. Ну, в принципе... О, Пикачу. Мистер Майм. В принципе, что нам делать? Мне как-то не жалко сейчас идти найти одну зажигалку и просто опять подожечь вот эти все леса, но я говорю, даже на 100% я говорю, что никакой легендарный покемон не появится. Никакой. Я это могу говорить с такой уверенностью, что если появится легендарный покемон, то я не знаю, что я сделаю. Но я говорю на 1000000%, что никакой легендарный покемон не появится. И в этом вы сейчас просто убедитесь. Так, тогда мы телепортируемся домой. Идем и берем. Что там я за покемона видел? Опять через непрогруженные текстуры. Так, у нас есть вообще зажигалка? Да, есть. А еще одна есть? Кремень зато у нас есть. Можно... Да... Ну! Ох ты ж лаги. Я говорю на 1000000%, что никакой покемон сейчас не появится. Ни легендарный, ни редкий, ни... Вообще покемон никакой не заспавнится. Если вот так думать, то вроде Запдус у нас появляется...
в обычных лесах, когда идет молния, когда идет дождь, так как это, ну, электрический покемон. А Молтрес у нас вроде в горах появляется обычный, так же как и Мьюту. Ну, я не знаю, Мьюту появляется или нет. Но Молтрес, я знаю, там появляется. Я могу сказать, не знаю на сколько процентов, но я не знаю, кто это придумал. Я уже столько раз пробовал, что никакой Молтрес там не появлялся при пожаре в лесу. Сейчас я иду еще раз попробую. Я даже не буду, типа, купать Мастер Болл, потому что я знаю, что, да, чтобы, как бы, например, если он заспавнится, то чтобы словить его. Я даже не буду, типа, купать Мастер Болл, так как я знаю, что он просто-напросто не заспавнится, так как... Я знаю, что, может, там шанс на миллион, что он заспавнится, что, как бы... Но я не думаю, что это правда вообще. Может, просто слухи кто-то пустил, а все как бы ему поверили, что вот пока Молтрес спавнится, когда идет пожар в лесу. Хотя, фиг его знает, честное слово, фиг его знает, может это и правда, но может там действительно шанс такой, что сдуреть может. Я даже вот сейчас я потрачу две зажигалки в двух разных лесах, как бы в двух разных местах. Мне зажигалки не жалко, но я просто говорю, что никакой Молтрес не заспавнится. Я думаю, вот этого уже даже хватит, там уже весь лес горит почти что. И мне, конечно, лес не жалко, но... Лесов тут дофига. Я просто знаю, что никакой Молтрес не заспавнится. Вот там я Синдаквила вижу. Вот там. Молтрес, ты где? Чё-то ты не хочешь спавниться, дружок. Чё-то вообще никак ты не спавнишься. Я говорю, может там шанс действительно один на такой процент, что вообще Молтрес заспавнится. Но я говорю, я уже столько пробовал, что... Хотя я фиг его знаю, честно, не буду я повторять, так как я не знаю, может это и правда, может это неправда. Ну, у меня он пока что вот так не спавнится. Хре горит уже, ладно? Молтрес, ты где вообще? Чё-то тебя нету. Да. Никакого Молтреса не появилось. Только лаги появились из-за этого всего пожара. Сейчас мы это уже зажигал туда и расходуем. И говорю, что вообще никакой покемон не заспавнился. Только Иви вот опять заспавнилась. Что-то он прыгает, радуется. Не знаю за чего. Сейчас тут пожар, сейчас горишь, зараза мелкая, которая фиг ловится. А ты прыгаешь и радуешься. Ну, ладно, в принципе, как хочешь. Чё-то никого не заспавнилось. Ладно. Давайте уже эту зажигалку действительно дорасходуем. Сколько там еще пару использований в нее осталось. Я так думаю. Вульпиксы всякие вот тут. Все, зажигалки почти что капут. А, ну в принципе да, еще одна зажигалка у нас же есть, но... Никто не заспавнился. Я говорю, что вообще никакой покемон не заспавнился, даже самый обычный.
что я действительно думаю, все же Молтрес, наверное, в горах. Он там спавнится. Ну, мне более так кажется. Я не знаю, может он действительно тут спавнится. Фиг его знает. Ну, Иви куда-то забрался. Ну ладно, подождем, пока вот этот... Ух, у нас уже серия 20 минут идет. Ладно, короче, не будет тут Молтреса с 1000000%. Я говорю, может он действительно вот так спавнится, но это, не знаю, может половину карты всего Майнкрафта нужно сжечь, вот всех лесов, чтобы заспавнился один Молтрес. Может, я говорю. Кто это там, Бульбасавр? Да, это Бульбасавр. О, Бульбасавр, дружок, как мы давно тебя не находили. Ну, в принципе, Бульбасавр у нас уже есть, даже не Бульбасавр, а уже Венозавр, которого мы прокачали. Иви, ты зараза, Иви. Так, еще раз оббежим, может вдруг действительно Молтреса спавнится. Иви, ты что, дурак? А что, зажигалка выпала? Flint and Steel. Flint and Steel. Чё это за хрень? Откуда зажигалка еще одна выпала? Я же вот ту зажигалку поломал. Чё это ещё за баги? Тут 61 хилка выпала, не знаю откуда. То зажигалка опять появилась, не знаю откуда. Ну ладно, зажигалка, но 61 хилка это 61 алмаз. Можно сказать, нужно потратить, чтобы создать все 61 хилки. Короче, дорогие друзья, давайте на этом заканчивать. В принципе, никакого Молтреса не было, но я говорю, я не знаю, не буду я судить, кто так говорит, так как, может, действительно он говорит правду, но шанс просто очень мелкий, что заспавнится Молтрес. Так как, если бы это было просто, то просто любой первый легендарный покемон у всех был, наверное, Молтрес. Также, дорогие друзья, давайте на этом прощаться. Закончим, в принципе, прямо тут. Потом продолжим прямо тут и куда-то побежим в другое место. И все, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.